Сегодня четверг, выходной, я в Бельгии. И вот решил немножко проехаться на прогулку. На прогулку в это красивое место. Пока маленькое интро про это место сверху, а потом я буду пешеходом спускаться. Ну, в общем, по Google Maps посмотрел, вроде там есть еще посмотреть. Природа, заповедник, заброшенные какие-то места. Но меня не заповедник интересует, а заброшенные места. Подойти к ним можно или нет, вообще не понимаю. Возможно, придется идти против закона и лезть туда, где заповедник, и где нельзя идти. Потому что там заброшенные места есть. И вещи там были когда-то, карьеры и так далее. Не знаю, что там сейчас осталось от них. И что можно из этого посмотреть, что осталось. Мы уже почти подъезжаем. Ну вот, закрыта дорога. И тут, и там. И куда нахрен ехать? И куда нахрен ехать? В общем, по знаке я приехал. Какую-то деревушку. Привет. Вот, ребята, честно, чем мне нравится более цивилизованная страна, это тем, что тут свободы почти нету. То есть, не знаю, где-нибудь в России, там еще где-то, вот куда вижу, туда и иду, чуть не так. А здесь ты должен идти, вот здесь забор, в общем, никуда не можешь идти, вот тут дорожка, по ней иди, все. А меня это бесит, мне хочется идти туда, где нет дорожки. Вот здесь как раз имеется стенд, на котором обозначено, что здесь охраняются млекопитающие, птицы, змеи и так далее этого региона. Их трогать нельзя, домой брать нельзя, это не домашние животные. Ну, в общем, будьте людьми, будучи на природе.
это я сейчас ломаю голову, как мне же спуститься туда вниз. И то есть никакой карты ничего нету. Просто вот иду на ура, знаю, что мне надо туда вниз, а как дойти, не знаю. Так, интуитивно иду куда-то. Вот так приходишь на природу погулять, послушать тишину. А тут с города доносится себе оркестр. Памятник американским солдатам, которые в 44-м году помогли отстоять этот регион. Ребят, дошел до какой-то первой конструкции заброшенной. Идем посмотрим. Ну вот такая табличка, типа нельзя туда заходить. О чем я и говорил, что здесь везде все запрещено. Якобы заповедник, нельзя. Но я все равно иду. Я как дикое животное. Мне можно. О, это уже мне по кайфу. Такой сталкинг. А вот проходя в этом маленьком туннельчике, присутствовал такой страх, что вот сейчас это может развалиться все. И, в общем, меня может засыпать и скинуть со скалы. И, ну, до свидания, короче. Это уже то, что надо. На обратном пути сюда полазить зайду. А обратного пути не было. Обратный путь у меня был только вверх. А вниз лезть уже просто было невозможно. Разве что по второму кругу идти. Ну, я сюда еще когда-нибудь залезу, когда в другой раз приеду. Но в этот раз я не залезу в эти помещения, к сожалению. Этот туннель идет в большой колодец. В этот колодец сыпались горные ископаемые, и потом эти ископаемые через этот туннель перевозились тачками на дальнейшую переработку. На этой территории имеется два таких больших колодца, и только в этот единственный колодец есть проход именно через вот такой туннель. Второй колодец имеет туннель, который в конце заваленный. Дальше я снял, как я дошел до самого конца этого тоннеля.
Ну что, ребята, а теперь займемся фитнесом на четвереньках, поползем в гору. Жаль, я этого не заснял, потому что у меня не было куда прикрепить камеру. Я хотел ее куда-нибудь поставить, и чтобы камера засняла, как я ползу. Но я понял, что это, если камера улетит вниз, то я уже ее не найду никогда. Фу, я это сделал. Я сюда забрался. Хоть и нелегалом. Это уже туристическая часть, которая заколочена решетками. Есть еще и вниз ходы, но они тоже заколочены решетками. Я планирую еще раз сюда вернуться и обследовать все помещения, в которые я не смог залезть. Все люди как люди, ходят нормально. Только я бы еще вот сюда забрался бы. Бля, отличная тема, кстати. Если не долбанулся бы, может, было бы интересно так залезть. Альпинизмом, так сказать, заняться. Ну, скорее всего, подниматься наверх я буду здесь. Ребята, как приятно, что здесь вот все экспонаты лежат на своих местах. Никто ничего не берет. Все здесь остается. Супер. Ну что, я спустился сюда. Пойдемте посмотрим. Прям вот реально даже небольшой камушек на голову упадет. До свидания. Со шлемом надо ходить, по крайней мере. Все, надо выкарабкиваться и потихоньку уже к машине идти, потому что начинается нет. Ребята, по тому подъему решил в этот раз не подниматься. Слишком много людей, могут позвонить или что. В общем, поднимаюсь по параллельному подъему. Тут даже немного ступенек есть поначалу, дальше уже не будет.
Ну тоже, в принципе, подъем хороший. Будет мне калории сжигать. А то булочек накупил, надо теперь сжигать калории. Ну все, ребята, залез я наверх. Чай, булочки. Да, ребята, совсем забыл. Я хотел в этой яме, в которой был, замерить радиационный фон. Но вылетело с головы, а я уже наверху. Уже не пойду спускаться, но замерим здесь какой радиационный фон. Нормальный фон — это до 30 микрорентген в час. Сколько здесь? Ну, вижу, что здесь не будет. 8 микрорентген, 9. В общем, 10 микрорентген в час. Отличный фон. В таком можно жить спокойно. Ну, говорю, жалко, что не замерил. Все же солнце садится. Но сегодня было больше не вылазка, а что-то вроде скалолазания. Вот так. Что здесь, прохода нету? Колючая проволока там. Не могу, как нормальный человек, ходить по людским дорожкам. Мне нужно вот под колючими проволоками лазить там, забираться в гору наперекосяк, а не с серпантинами ходить, как все нормальные люди. Мне по-нормальному неинтересно. А так как-то удовольствие какое-то есть. Идешь один по диким тропинкам. Фу. Надо почаще ходить в горы, тренировать дыхалку и сердце. Надеюсь, моя машина там еще на месте, не со спущенными колесами. А то там знаки были, что нельзя ставить, заезжать даже нельзя на эту территорию. Я прикинулся дурачком, заехал, поставил еще с литовскими номерами, не с бельгийскими. Ну посмотрим, какой результат будет с машиной. Вид замечательный, ребята, да?